Урок 5. Эквализация композиции в режиме аранжировки. Часть 1. Эквализация композиций осуществляется при помощи трехполосного эквалайзера EQ3, находящегося в директории Audio Effects, принадлежащей пункту браузера Live Devices. Найдя эквалайзер, переносим его в первый и второй аудиотрек. Нажав во втором аудиотреке на окно с надписью None, выберем соответствующий инструмент. Нажимаем на окно с надписью Device On и выбираем пункт Gain Low, означающий, что красная линия на диаграмме аудиоданных будет регулировать громкость низких частот. Для аккуратного сведения нам требуется вырезать низкие частоты в первых двух квадратах второго трека и в момент включения низких частот во втором треке обрезать их в первом. Для этого двойным нажатием левой кнопкой мыши по красной линии устанавливаем точки разметки в самом начале второго трека и перед первым ударом третьего квадрата. При этом следует увеличить масштаб диаграммы во избежание ошибок. Затем устанавливаем промежуточные точки разметки и опускаем их вниз, делая характерный вырез в линии низких частот. В первом треке выполняем вышеописанные действия по открытию эквалайзера и линии низких частот. Установим точку среза низких частот в первом треке напротив точки восстановления низких частот второго трека и затем вырезаем промежуточными точками разметки область низких частот между ними.